Отделяю. И потом где греется салат. Для блюда. Надо миску все будет поотрывать. Дальше продолжение следует. Это промыл, под кипятком отжал, потом от кипятка. Промыл проточной холодной водой, сейчас режу шпинат. Шпинат потом добавлю в омлет, будем делать яичницу. По испанскому рецепту. Сейчас, да. Еще и лук нарежу. Теперь жарится вот такая яичница со шпинатом, луком и яйцом. Добавляем еще потом сыр. Оно будет готово. Будем кушать, когда